Приезжали как и руководящий состав, мы проводили встречу на уровне главы города Назарова, соответственно, приезжали их специалисты по направлениям и проработали уже геодезисты. В настоящий момент они изучают муниципальный контракт, изучают сам проект для того, чтобы понять вообще, какие дополнительные объемы здесь необходимо, что не предусмотрено в контракте. Это их право, и в настоящий момент уже разрабатывается нормальный, адекватный график. И я так думаю, уверен, что завтра приедет сюда их руководитель, тоже с предварительными цифрами, для того, чтобы понимать, когда начинает работать и на каких, собственно, местах нам нужно будет заострить внимание. Предварительно знаю, что у подрядной организации есть вопросы к вывозу мусора и демонтажу, соответственно, каких-то вещей, которые не предусмотрены контрактом. Но в любом случае это нужно прорабатывать. Соответственно, уже на следующей неделе активно начнут работать специалисты на этой территории.